Вот случай из моей жизни. Поздний вечер, мы едем с женой домой. Она очень устала, не доспала из-за работы. Я водитель так себе, и все мое внимание поглощено дорогой в незнакомом районе. Я проехал нужный поворот и еще километра два. Вдруг жена просыпается и начинает орать, что я проехал поворот, и поливать меня такими прилагательными, словно это последний день Помпеи. Я стараюсь не отвечать, но она меня пробивает эмоционально. Почему это произошло? Ведь я не излучал никакой отрицательной энергии. Я был поглощен дорогой, хотя я чувствовал себя неуютно в это время из-за плохой ориентировки. Получается замкнутый круг. Мое состояние не идеальное, а негатив, идущий от супруги, удваивает негатив в семье. Жену я точно переделать не смогу. Какова может быть тактика и стратегия в этом случае? Каждый человек создает слой своего мира. Эти слои пересекаются и накладываются друг на друга. Источник негатива может прорываться в слой вашего мира из чужих слоев. Не стоит лишь придавать этому значение и досадовать по поводу того, что негатив производят ваши близкие. Мир — это зеркало, но он реагирует с задержкой. Давайте себе установку на то, что мир заботится о вашем комфорте и благополучии. Упорно ищите тому подтверждение в любой мелочи. Пусть это станет привычкой. Со временем негатив непостижимым образом исчезнет из вашей жизни. Даже ваше окружение перестанет быть источником негатива. Не ищите этому объяснения. Просто действуйте с неизменным постоянством.